Сьогодні по прорубку Тетівському проводиться поточний ремонт. Спочатку ми зняли фрезою старий шар асфальтобетонного покриття, після чого будемо укладати асфальтобетон. Працює бригада робітників, асфальтоукладчик, два котки, два крази і МАЗ. Плануємо положити приблизно 2000 квадратних метрів. Что ремонтируют, это правильно. Будет красивая дорога. Конечно, отлично. Хорошо. Как же? Видите, как красиво уже. Они прежде чем цемент положить, вот этот асфальт, так они тут чистили, как-то все делали. В общем, я такого еще не видела. Транспорту сколько было. А теперь уже, видите, вчера асфальт стелили.